В сентябре 2023 на телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Превратности любви». Это картина от режиссера Анатолия Артамонова, главную роль которой исполнили Марина Митрофанова, Дарья Феклинг, Алексей Нестеренко, Антон Денисенко и другие. По сюжету Дана Корнилова после предательства любимого и увольнения с работы решает изменить свою жизнь и едет в Турцию заниматься парусным спортом. Там она знакомится с Александром, русским эмигрантом, владельцем небольшого кафе на пляже, а руководитель школы парусного спорта Тимур почти сразу же предлагает девушке руку и сердце. Дана остается жить в Турции. Однако, когда Дана публикует в соцсетях фото со свадьбы, в ее жизни начинают происходить очень странные события. К сожалению, второго сезона сериала «Превратности любви» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.